Друзья, всем большой-большой привет. У нас конец ноября, на улице выпал снег, плюсовая температура, плюс 2. Ну и как раз время такое, что нужно подтянуть прошлогодние хвосты и утеплить, где что у нас не утеплено, где планировалось утепление. У нас на веранде есть вот такой вот ридель, сейчас я вам покажу. Вот он, да? На который крепится... крыша, то есть вот подпорка, столб и два риделя, то есть это угол дома. И, ну как бы он ридель, и он же получается армопояс. Если у нас по периметру армопояс утеплен газоблоком, внутри газоблока стоит пеноплекс. Начали процесс утепления армопояса. С внутренней стороны двадцаточка пеноплекс, и так по всему периметру. На веранде у нас получается голый бетон, мы его не утепляли, то есть вот кинули опалубку и залили армопояс, закольцевали, так скажем, да, дом. Вот, а у нас в том году выскочило две проблемы. Мороз промораживает вот эту вот бетонную балку, и бетонная балка, так как она вживлена в теплое жилое помещение, в углу дома образовывалась влажность, такая вот как бы сырость. То есть на улице минус 30, балка промерзает, там никакого утепления нет, и образовывается конденсат, сырость. И такая же проблема у нас была с этой стороны. То есть балка заходит в дом. И вот в этом вот месте, вот в этом углу, в том году, в минусовую температуру, в минус 30, тоже образовывалось такое вот влажное пятно. То есть это был показатель, то, что нашу балку нужно срочно будет утеплять. И вот как раз этим мы и занимаемся. Утепляем балку пеноплекс комфортом. С лицевой стороны мы утепляем плитами пеноплекс в 100 мм, с той целью, чтобы у нас фасад вышел в одну плоскость вместе с балкой, то есть вот в этом вот месте, помните, да, ну, может, помните, может, не помните, кто-то, может, более внимательно следит за каналом, видели то, что здесь вот у нас такая вот ступенька была. С лицевой стороны наращиваем соточкой, снизу и с внутренней стороны утепляем пеноплексом в 50 миллиметров. Вот. Ну вот, как бы сегодня вам покажем, как мы этим пеноплексом утепляем нашу балку и что в итоге у нас получится. За вчерашний день мы сделали эту сторону. Вот. Сразу видео не стал снимать, чтобы для образца показать, что мы делаем. Ну и сейчас заснимем, как этот весь процесс происходит. Получается вроде бы красиво. Осталось нам, можно сказать, сделать половину. Вот такая вот у нас веранда. И вот сверху утепленный ридель. Он же армопояс. Ну и как бы я надеюсь, то, что после того, как мы тут все это дело закончим, у нас в углах там и там не будет образовываться сырость, влага. Не будет промерзания. Все, приятного просмотра. Наблюдайте, как мы это делаем. Ну а нам пеноплекс комфорт в помощь. Также мы пеноплекс комфортом, знаете, что делали? Мы в нашем доме утепляли полы, когда мы делали полусухую стяжку и теплые полы делали. То есть у нас в доме сделана плита, на плиту разложен пеноплекс комфорт, полтинничек, вот как раз вот полтинничек, да? Вот, на пеноплекс мы раскладывали трубу теплого пола и уже потом делали полусухую стяжку. Видео тоже есть на канале. Наступил. Чуть не поломал. Видео тоже есть на канале, так что если интересно, как мы делали теплые полы, ссылочку оставлю на это видео в описании. Так, сейчас мы вам покажем, как мы этот процесс выполняем. Вот нам лицевую сторону осталось утеплить совсем немножко. Два куска
Вот, сначала мы делаем примерку. Вот, видите, на листе есть такой паз. Вот, это у нас пойдет кверху. И чтобы у нас было плотное примыкание, мы вот эту вот сейчас вот ступенечку на этом листе срежем. Правильно? То есть у нас лист идет. Если на лесах, на высоте, надо очень аккуратненько. Ну-ка, держи. Эту ступенечку сюда, это сюда. Примеряем. Вот так лист у нас будет здесь прикреплен. Все. Сейчас мы что делаем? В первую очередь срезаем вот эту вот ступеньку. Ровно. Верхнюю. Ровненько. Чтобы здесь хорошенечко все пропенить. Вот. И хорошо, чтобы приклеилось. Работаем на столе, чтобы было удобно. Вот. Чтобы резать пеноплекс, мы приобрели вот такой вот ножичек с толстым лезвием. Сначала пробовали вот таким вот маленьким ножом отрезать. Ну, лезвие здесь очень жидкое. Хреновенько, короче, им резать. Купили помощнее ножик. Так, ну что, давай будем резать. А что ты как хочешь резать? По той стороне? Ага, давай. Режем по правилу. Делаем отметочку. Угу. Давай, поехали. Так, придавлю. Угу. Хорошим ножом, когда режешь, работать одно удовольствие. Отрезали. Вот, теперь сейчас что делаем? Прикладываем его на место и по этой стороне проводим ножичком, отмеряем высоту прям по месту. Прикладываем наш лист сразу так, как он у нас должен быть. А с этой стороны просто ножичком проводим. Все. Боже. На операционный стол. Нарисовали. Верхняя как раз часть нам нужна будет. А нижнюю тоже используем. Она у нас пойдет как раз следующей частью, следующим кусочком. Правило. Прикладываем и отрезаем. Раз, два, три. Раз, два. Отлично. Ровно. Да. Короче, с пеноплексом работать одно удовольствие. Прорезал, надломил и получился ровный кусочек. Все, сейчас мы его что делаем? Прикладываем. Сразу перфоратором делаем метки. Вот. Отодвигаем пеноплекс в сторону, досверливаем на нужную глубину. Пеним и крепим все это дело на грибы, на пену, на место. Получившийся кусочек вставляем сразу на место, там, где у нас
будет жить. Вот. Все отлично получилось. Лучше не придумаешь. Вот. Сверло у нас такое не сильно длинное, поэтому приходится за два захода сверлить. Крепим на два грибочка, не на два, на три. Трех здесь будет достаточно. Второе отверстие готово. И третье отверстие. Вот так вот. Готово. Все, теперь спускаемся вниз. Да, держи. И все это дело будем мазать пеной. Клей пеной, не просто пеной. Пена, она сильно расширяется. Поэтому как бы такие вещи лучше на специальную клей пену клеить. Вот. И такой вот лайфхак, рекомендация. Чтобы увеличить или улучшить адгезию между бетоном и пеноплексом, мы еще делаем что? У нас вот есть такая вот пила обычная. Вот. И мы это все дело царапаем. И потом, когда будем пеноплекс штукатурить, то есть как бы уже отделать фасад, тоже эту сторону мы поцарапаем там либо железной щеткой, либо также пилой, чтобы адгезия штукатурки к пеноплексу была лучше. Поцарапали вот так вот немножечко, и этого уже будет достаточно. Так, есть, теперь здесь. Будет держаться так, что фиг потом оторвешь ее.
Поехали. Крепится. Первый есть. Второй. Отлично. Ну что, вот мы и закрепили этот кусок тоже. Все на месте. На три грибочка. Все держится, все здорово. Все щелочки, которые образовались, там, не знаю, может, где-то лист неровный, где-то, может быть, мы немножечко что-то поднакосячили. Все. Придавливаем. И даем ему застыть. Вот. Ну, а мы продолжаем доделать вот последний кусок. На морозе начинает замерзать, да, тепло. Плохо выходит она из баллона. Тепло. Так, торец сразу или там повестка? Там повестка. Ну что, дорогие друзья, вот и наступил вечер. Мы закончили утепление нашей балки, нашего армопояса. Теперь нам не страшно промерзание вот в этом углу и вот в этом углу. Вот так вот это все дело аккуратненько получилось. Срезал всю пену, все швы заполнялись пеной, кое-где пена повылазила, все лишнее обрезали, получилось ровненько, аккуратненько. Повесил я обратно фонарь, который освещает нам задний двор. Таких фонаря у меня два. Один вон там он висит, один здесь. Следующим летом будем планировать отделку фасада. И все это дело заштукатурится. Будет отштукатурен дом. Вот эта вот балка, которую мы с вами утеплили. Вот этот вот столб несущий. И все это будет скрыто под декоративной штукатуркой. Все будет очень красиво. Сейчас как бы еще можно видеть, что разные материалы, как бы бросается все это дело в глаза. Ну а после декоративки все это будет одним единым целым. Получилось все очень красиво, аккуратненько, ровненько. Самое главное, штукатурить будет одно удовольствие. Вот такая вот, друзья, у нас получилась веранда. Вот. В будущем, может быть, мы эту веранду будем застеклять, ну как бы попользуемся так, посмотрим, ну если появится желание, то можно будет сделать здесь алюминиевые такие вот конструкции, вот легкие, ну там может быть не супер утепленный, да, стеклопакет использовать, а там либо в одно стекло, либо в два стекла это все закроем, ну чтобы максимально большое было остекление, по минимуму всяких балок, перемычек, да, на окнах, как они правильно называются. Вот. Ну, максимально открытое, чтобы было стекло, какие-нибудь, может быть, раздвижные конструкции здесь можно будет поставить. Но время покажет. Вот. Кому это видео было полезно, не благодарите. Ну, а это видео для меня будет как история еще одного этапа в строительстве нашего дома. Всем удачи, всем пока. Большое спасибо Пеноплексу за то, что есть такой замечательный материал, которым можно утеплять наши дома, фасады, вот, полы и так далее, да? Вот. Ссылочку на Пеноплекс оставлю в описании. Так что заходите, читайте какую-нибудь полезную информацию на их сайте.
Вот узнавайте, где еще можно использовать пеноплек. Ну все, всем удачи, всем пока. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик.